Посев проса. 35 килограмм проса. Примерно 2,9 миллиона получилось. Восемьдесят килограмм селитры. Сеем потихоньку. В смену, когда все хорошо, 40 гектар сеем. Скорость 10 километров в час. Просово, значит, у нас. Сеем не глубоко, по крайней мере, стараемся. Здесь мы сеем также после подсолнечника. С осени дисковка. И предпосевная культивация. Вот просто лежит. Правда, немного в сухом данные семена. А вот, вот уже здесь влага, вот она. Ну, буквально здесь 4 сантиметра. Сеялка все-таки, как сказать, она не новая, с рук бэушная, я думаю. Мы ей простим некоторые неточности. Вот прос лежит. Тут также 4 сантиметра, влага, вот селитра. Вот она. Здесь, если посмотрим сейчас, то вроде вот она, влага, идеально все. Но места все равно есть. Как-то, не знаю, как это происходит все. Влага чуть глубже. А в основном здесь вот 2 сантиметра начинается хорошая, уверенная влага. А культивацию мы сделали, я уже забыл, 3 дня назад. Вот. Погода все-таки теплая. Вчера вообще, можно сказать, жара почти 30, 27, 28. Культивирую не глубоко, чтобы не сушить ни в коем случае лишнего. Еще раз посмотрим, где семена лежат. Вот она, проса, селитра, запечатана во влажную почву. Вот она, бороздка от диска. Ну, семена чуть в сторону упали. Трактор 12-21 Белорус. Для этой сеялки самая оптимальная мощность. Но и с трактором чуть более слабый тоже с ней справится, в принципе. Прикатка у нас стоит на первом отверстии.
под цилиндрами подъема, когда зашли на культивацию, поставили по две клипсы, ну так как достаточно мягко, а местами слишком мягко, то есть сеялка начинает тонуть и получается слишком, ну, чуть большая глубина посева, ненужная совершенно. Ну и соответственно техника, трактор чувствует эту нагрузку лишнюю. Поставили вот эти две клипсы, там буквально сантиметров 5-6 мы добавили, ну, то есть 5-6 сантиметров ограничили ход, заход штука цилиндра. Ну и соответственно, когда сеялка заходит на более мягкую почву, вес распределяется в том числе на опорные колеса, на транспортные колеса. И получается более стабильный ход по глубине. Конец гона. Вот видите, немного селитр высыпается. Иногда как-то в тукопроводе подтормаживает она. Вот две клипсы на цилиндрах.